Филиппов не успевает здесь за соперника. Но ошибается тут в передаче. Робинзон Звонков. Лопатин. Последний шанс. Данил Лопатин. Момент. Удар. 4-3. Сумасшествие какое. Вся скамейка Родины. Весь стадион, по-моему, готов бежать туда. 92-32 на часах. 4-3 Родина. Сумасшествие какое-то. Во-первых, здесь здорово Никита Локтионов разобрался с соперниками. Убежал от них. Ну и дальше Дубников хорошо выпрыгнул. Был там, кстати, Абдусаламов дальше. Не доходит здесь мяч ни до кого из футболистов Родины. Но опять-таки Матвей Шавелин очень хорошо в игру вошел. Шавель удар мощнейший наносит. Перфилов здесь отбивает. И Матвей Шавель опять-таки остается с мячом. Еременко. Вот сейчас команда такими, знаете, настоящими становится андердогами. Я в паузе объясню, о чем речь. Удары 2-1 тоже. Ну и Никита Еременко, и Матвей Шавель, который вот этот пас отдал и нашел здесь Филиппова. И потенциально-то, конечно, мяч в сторону Абдусаламова шел. И на ногу Магомед Хабибу должен был прийти, хотя уже, конечно, Александр Зенин там держал Абдусаламова, но, как мне кажется, поздно он заметил набегающего Филиппова и начал выходить на мяч. Заброс. Нет, положение игры похоже, а у момента 1-0. Родина очень быстро выходит вперед. Это Михаил Мальцев. Похоже было, честно говоря, изначально, что кто-то в офсайде находился. Ну, соответственно, тот же Мальцев, да? У Родины. Но арбитр флаг не поднимал. А значит, констатируем, что на 28-й минуте Родина выходит вперед благодаря голу 24-го номера своей команды.